Так, друзья, всем привет. Вот обещал я подписчикам сделать видео, то есть когда будут морозы. Вот у нас получается третий день сегодня мороз. Три дня назад был 20, 25 вот позавчера и 25 этой ночью. То есть в гараже в моем уже стены так промерзли. То есть вот смотрите, специально ничего не стал я здесь делать коробку. В том году она у меня была. Почему не стал? Потому что и самому интересно просто замерить температуру, разницу. Так, вот, то есть сейчас, смотрите, сейчас сниму, сделаю замер до радиаторов и после радиаторов. Так, вот, до радиаторов меряем. 108 у нас получается. Закрываем. То есть это вот выход с турбированного котла, 108 градусов. Некоторые люди говорят, что они там чуть не 90% у них КПД. Нихуя там нет у них 90% КПД. Вот. После радиаторов получается у нас 60. Так, ну-ка еще разок. Вот, то есть что у нас? 40 градусов забирает вот. Вот, забирает, то есть получается 40 градусов забирает вот эти вот два радиатора. Кому интересно, можете на канале там посмотреть, подробно все, то есть рассказываю я. Смотрите, вот идет такая вот теплотрасса, 16-й полиэтилен, можно металлопласт, вот, в нем залита обычная незамерзайка, то есть вот идет, идет она у меня в гараж. Так. В гараже, короче, вот смотрите, сейчас на данный момент температура на улице у нас получается 14 градусов. Вот. На улице у нас 14 градусов, а в гараже у нас 6. Так, в гараже вот смотрите, что у нас получается. То есть вот зашел сшитый полиэтилен у меня 16-й. Стоит сразу насос на подачу на обратку. Это без разницы, куда его ставить. Вот, дальше стоит у меня такой вот примитивный расширительный бак. Все, и то есть вот этот вот блок кондиционера. Вот блок кондиционера, такой вот он здоровый. Вот для чего он такой нужен большой? Для того, чтобы перегонять больший объем воздуха по гаражу. Гараж у меня 5,60 на 5,80, вот, в высоту 2,80. То есть и стоит вот здесь вот такое управление. Вот сейчас получается у нас плюс 2 градуса. Он у нас засасывает, то есть от стенки холодный воздух. Засасывает он у нас плюс 2, выдает, ну, в районе где-то 10 градусов. Так. Там вот дальше, ну, блок питания, все это элементарно подсоединяется. Термостаты такие продаются, то есть в магазинах без проблем можно все это купить. Вот, а в котле стоит обычное реле с 12-вольтовым блок питания. То есть, что у нас происходит? Когда включается котел и включается это вот отопление в гараже. То есть, просто так, чтобы ничего у нас не гоняло. Так, смотрим дальше. Дальше смотрим мы температуру. Так, даже вот насчет температуры я чуть-чуть ошибся. Вот смотрите, то есть выход тепла получается у нас 27 градусов. То есть вот эту разницу между теми радиаторами, то есть он забирает плюс 40 градусов. То есть у нас получилось 160, там 60 выход. Ну, радиаторы, грубо говоря, там нагреты до 60. Так, и здесь вот у нас подача, обратка. То есть, так, как же лучше замерить? Так, и так вот, в принципе, что мы получаем? А получаем мы примерно, по моим подсчетам, ну, пускай насос у меня потребляет 40 ватт, циркуляционный, какой гоняет сюда тепло.
А вот эта вот ерундовина, не знаю, как ее назвать, короче, она реально выдает киловаттика, наверное, 4-5. Как я все это попробовал? Я взял, у меня есть 3-киловаттный обогреватель такой же воздушный. Я его включил, оставил на ночь, то есть это все выключил, включил его, оставил на ночь. Пришел, а тут что 3, что 0. Это выдает 100% в 2 раза больше, потому что результат от нее есть. Вот, и еще ее надо ставить обязательно. Обязательно ее надо ставить ближе к полу. Первая у меня была вот эта, вот в том году. Вот, он был в 2 раза меньше. Вот, и он у меня стоял на потолке. То есть он засасывает, перегоняет воздух с потолка и вниз. Результат был не особо, потому что, грубо говоря, у потолка плюс 10. Кстати, давайте сейчас попробуем. Щелкнем. Что покажет? Плюс 7. Вот, плюс 7. Он закачивает плюс 7. Выкидывает, пускай плюс 15, но все это не то. Вот когда я поставил вниз и в 2 раза мощней, там плюс 7, тут 2 градуса, 2,6 видно. Перегоняет 2,6, то есть нагревает их до плюс, ну грубо говоря, 15 градусов. Так, смотрите, вот меряю, то есть. Чуть не там замерил, вот. Получается подача 34, обратка у нас 15. Вот, разница в 20 градусов. Разница в 20 градусов, значит, каждую, грубо говоря, там минуту, секунду, не знаю, по плюс 20 градусов остается здесь у нас в гараже. Вот, что мы с этого имеем? А имеем мы то, что у нас здесь... Честно, постоянный плюс. То есть, чем холоднее у нас, тем дольше работает котел, тем дольше он больше выкидывает выхлопных газов. Вот. И получается у нас, тем здесь теплее. Кстати, гараж у меня, вот здесь смотрим, градусник на другой стороне. То есть, плюс, получается у нас 1 плюс 2 градуса. Так, гараж у меня сделанный, то есть обычная плита. Плита это толщиной в 15 сантиметров. Стеновые плиты, без утеплителей, без всего. Потолок пенопласт, пятерка. Дверь железная. Тут вообще в пол кирпича стенка. Смотрите. То есть реально, если хороший утепленный гараж, на следующий год, скорее всего, я утеплю, сделаю. Вот. Если реально хороший утепленный гараж с хорошими теплыми потолками, я думаю, вся эта приблуда, вот эта вот приблуда, ну, не, пускай тут будет не плюс 2, а около плюс 10 должно быть. Так что вот так вот. Друзья, все, кому понравилось, ставим лайки. Кому не понравилось, ставим дизлайки. Кому интересно, подписываемся на канал. Продолжение еще есть, что снимать. Будет много, я думаю, интересного. Все, всем удачи, всем пока.